Пожалуй, он мог бы стать героем книги рекордов. Самый пожилой из работающих конструкторов, а может быть и вообще самый пожилой работающий воронежец, такую статистику никто просто не ведет. Отметил 95-летний юбилей. Иван Малов до сих пор в строю и на пенсию не собирается. Переживает, что космическая промышленность без него пропадет. Наталья Зубкова познакомилась с юбиляром. Иван Александрович Малов – живая достопримечательность. Все, кто сегодня его поздравляют, всю карьеру на предприятии строили у него на глазах. Он приходит на работу раньше всех, к 7 утра, потому что космос не может ждать. Он поднимается в приемную, и ночной дежурный докладывает Ивану Санычу, значит, что произошло на предприятии, и в том числе в Роскосмосе. Какие запуски прошли, удачно, неудачно, полетели или не полетели. Он делает ракеты уже 53 года. Сюда пришел работать сразу после службы в армии. Бывший пилот бомбардировщика. В 63-м увлекся космосом. Впрочем, собирать летательные аппараты начал гораздо раньше. В 7-м классе ходил в клуб авиамоделистов. Это, как говорят, желание быть авиатором. А потом уже сам я был и авиатором. Но я не перебежчик. Я уж если начал где-то работать, так я работаю до конца. И в армии так я всего-навсего два соединения заменил. Так? А так и там. Проработал я там 20 лет, а здесь 62-го года. А сколько же собираетесь еще работать? Пока, как говорят, не выгонят. Он единственный на предприятии конструктор заглушек для камеры сгорания ракетного двигателя. Это устройство необходимо для того, чтобы пламенный мотор перед запуском не терял топливо. Все двигатели, которые разрабатывало конструкторское бюро, испытывали и ставили в ракеты-носители, создавал он. Две таких заглушки сейчас производят для ракет «Руси» «Ангара». Вы знаете, камера сгорания как бокал, она такая конусная. А его задача сделать заглушку, чтобы туда мыши не пролезли, чтобы атмосфера не заходила до времени. И потом, когда двигатель начинает работать, она высказывает. И вот этот, он говорит, вот этот вот бокал держит конусный, как камера сгорания. А моя заглушка там коньяк. Вот надо, чтобы она вовремя оттуда вылетела. Малов – инженер старой закалки. Чертежи выполняет на Кульмане, хотя с современной техникой тоже на «ты». Поздравления принимает по смартфону. Коллеги рассказывают, умеет находить неожиданно простые конструкторские решения. Без того, чтобы что-то мастерить, не проходит даже обеденный перерыв. Ремонтирует знакомым часы. Я свои начал ремонтировать. Так, двое часов сломал, а потом дальше начал нормально. А потом здесь кое-кому отремонтировал, пошел слух, так, и мне почти что все организации приносят. Сохранить форму и силы до преклонных лет, говорит, помогает легкий характер и умение радоваться жизни. В 95 инженер на свидание ходит, у него новая любовь. В неделю один раз я встречаюсь с своей дамой. Гуляем, разгадываем кроссворды. Жениться, правда, говорит, больше не готов. А вот космической промышленности еще намерен послужить как минимум лет до 100. Наталья Зубкова, Евгений Лютов, Вести, Воронеж.